Возле храма Байон есть вот такое вот место. Байон восстанавливают япошки. И вот кто-то решил показать, для чего предназначались отверстия в блоках. И кто-то считает, что так, видимо, их притесывали между собой. Два чувака стоят с этой стороны и с той, а один чувак стоит тут и лозит вот этой палкой. Ой. Ну ладно. Всем спасибо, все свободны.